сейчас наш следующий задание. Первое. Да, это уже просто я. Я учеба может стать скоро. Ну что, в пример? Верно. Это 23-я часть. 25-я часть будет пич, да. Чтобы вести. Ну что тут дальше, что? Ну, что было? Да, если было. Ну, как это значит? Ну, было просто, если... Действительно, да. Но... Ну, за урок математики в 8 класс действуется в 2048, это 2, а 4, 8, 16 и так далее. Но тут уже носы убийчивые, чиные обрывы типа. Тут я вижу, не вижу, что где-то тут. Ну что тут образ? Отличный. Ну и так что... В том же выживании у меня тут три... Я в инвентаре у меня... Если что... Я включу креатив. А то с командой будет очень долго. И на один железный. Один алмазный. Один железный. Ну и сразу лопата есть. А тут у меня есть даже поджог. Ну. Ну, типа. А что тут здесь действительно было? Что если я, например, упаду? Я мог посмотреть Майнкрафт с этим в реальной жизни. Но когда ты падаешь, вот они, обычные обрывы, наверное. Вот какая красота. Ну это просто интересует. Ну просто это ранее интересует. Снимать про Майнкрафт. Я просто только про Майнкрафт начинаю снимать. И поверить. Даже. И на Майнкрафт захожу и играю в одиночке и в лайфбот. Да. Ого, я вижу горы какие большие. Я вижу, что тут уже действительно уж было, но... Да что лагает. Например, если мог лагать. Аж Майнкрафт лагал, нуло. Давайте, видите. Я могу добыть добычу у курицы. Вот. А курица еще. Охот... Будем охотиться.
давайте 6 штук. И гиф орол 668. Это все полуискатели. Вот что-то у нас здесь по углям. Ну да. Ну куда быть? Железной киркой. Надо еду сделать. У меня кушать надо. Ёпа! Ну, у меня есть только одна курица. Не, я голодаюсь. Я сделаю большую объяму. Это объяму. Чтобы... Будем дальше булыжники. Чтобы скрасить, например, палки. Кинеталки. Вот, так, мы мечи проверяли, что туда есть дальше. На вот топором могу пока под дерево. Ну все, один риск остались здесь. Надо 29 булыжников сеть бревом сосен. Типа. На прочность вы уже действуете. Сколько у нас тут на дубовых? Не беспокойтесь. Падают только в реальной жизни, а в Майнкрафте же нет. 5. У нас 5 стоит. Ну, не отпустите, да есть что-то... Есть куриц даже. Я добыл саженец. Кажется, я добыл саженец березы. Саженец сосны. Мне надо сделать что-нибудь поесть, а я понимаю, что кучить время в ночи еду. Ё-моё, у меня полный инвентарь. Мне это надо выбросить. Тогда мне вот это надо выбросить тебя. Готово. Следующее, что у нас надо выбросить, это землю.
вот. О нет, зомби будут приближаться. Зомбак, давай убью тебя. Вот так. Как играть в Майнкрафт? Зомбаки, выбеги! Я проверяю, как ты меч. Зачем я упал? У меня микрозит 145 будет работать. Что это будет? Не помню. Ну еще в облетели костям. Ого-го-го-го-го. Нет! Куда там? Клипер добрый. Нет! Только не это! Только не это! Только не... Где? Добычу дали. Добыча у нас есть. Еще двое. Ну, в рубежах. У нас где-то два. Неси тесто. Завести это все. Глядели. Так что смотрим, сколько у нас времени. Вот здесь. Минуты от всех самое этичное построение. Ставьте лайки и вступайте в группу игры. Нам Берловер. Нет. Генерация будет петь под ландшафтом. Генерация строка. Это же скала. Извините. Шестьдесят два рубля. Извините за это. Как будто это у нас. Три смерти при Эндермена. В силе. Два смерти будет. Я тебе язык покажу. Звеньями. Ну ладно, я заканчиваю. Он еще делает видео. Ну ладно. Всем удачи.